сегодняшнего дня Ульяновский регион снова оказывается в эпицентре событий всей страны. С 10 по 12 октября на различных площадках города пройдет международный форум «Россия – спортивная держава». Однако в атмосферу спорта и игры жители и гости области окунулись уже накануне. 9 октября на Ульяновской земле встретили огонь зимней универсиады 2019. Огонь зимней универсиады 2019 торжественной обстановки встречают на площадке перед дворцом спорта «Волга Спорт-Арена». Символ студенческих мировых соревнований пробудет в Ульяновске несколько дней, а затем факел прямиком направится в Ставрополь, где 13 октября состоится следующий этап эстафеты. До площадки огонь студенческих игр доставила автоколонна, во главе которой оказались байкеры из клубов «Ночные Волги», «Стальные крылья» и «Свобода». Цвет факела начинает освещать специальную ковровую дорожку. Огонь в руках у руководителя дирекции зимней универсиады Максима Уразова. Уже на сцене символ крупнейших студенческих соревнований всего мира принимает губернатор Сергей Морозов. На церемонии приветствия огня присутствовали министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, депутат Государственной Думы Владислав Третьяк и российские спортсмены Светлана Мастеркова и Николай Валуев. Ульяновск – это регион, где активно поддерживается спорт и развивается спорт. Мы здесь провели множество спортивных соревнований. Вот вместе с губернатором провели чемпионат мира по хоккею с мячом. Вот здесь, вот в этом же дворце спорта. Мы провели несколько фестивалей над национальным видом спорта. Провели международный фестиваль по национальным видам спорта. И много-много других соревнований. Поэтому, еще раз, это оценка вклада региона в развитие спорта в России. Если бы не было огромного количества людей, которые безмерно любят физкультуру и спорт, то, конечно, невозможно было бы победить. Если бы не было такой вот ярко выраженной государственной политики, которую реализует через свои указы, через свои просто человеческие действия наш президент, то не было бы возможности проводить такие замечательные мероприятия. Уже сегодня главные атрибуты эстафеты огня – факел, форму факелоносца, транспортировочную колбу огня – увидят участники форума «Россия – спортивная держава» на экспозиционной площадке «Зимней универсиады 2019 Волга Спорт-Арене». Там же представители различных стран познакомятся с подробным маршрутом путешествия огня по России. Конечный пункт назначения огненного символа – Красноярск. Именно там со 2 по 13 марта пройдет универсиада 2019. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.